Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Outcast New Beginning. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение. Мы сейчас с вами находимся вот здесь, вот на побережье Орот. И мы пойдем с вами искать Мазума. Мазум живет в одинокой хижине в дикой местности. Леха спросила вас навестить отшельника, узнать, не грозит ли ему опасность. Ну, почему бы и нет? Давайте сходим вот сюда. Посмотрим, что же это за отшельник. По-моему, у нас что-то было с ним связано. То ли сделать что-то нужно было, то ли еще. И нам говорили, что посетитель для этого Мазума. Или, может быть, я перепутал имя. Ну, вроде бы было так. Вот и посмотрим. А почему здесь летает в воздухе? Вот это вот. А я не могу быструю атаку в воздухе сделать, да? Нет, не могу, ладно. Так, бесполезно. В общем, побежали. Кракеты. Стоп, а здесь нужно аккуратно обойти, чтобы сейчас толпа на меня не сагрилась. Я уже об этом говорил, наверное, неоднократно, еще раз подчеркну. Очень плохо, что здесь нет привычной шкалы опыта. Я бы посражался сейчас, допустим, здесь. Не проблема, но смысла в этом нет, потому что опыта мне не дадут. А раз опыта мне не дадут... А зачем оно мне надо? Морочиться, тратить время свое. Так, красненького можно взять, пожалуй. Вот так. Клево. А вон и хижина, которая нам нужна. Не спи, Катер, они приближаются. Ай, что происходит? Черта? Что случилось? Не понял. Не бойся, я просто хочу тебе кое-что показать. Маэсаэт гакамонуту? Мэрим атэ маэне жонураю? А ты Ксавата? Я тебя не понимаю. Но может тебе встречался этот человек? Кажется, я преступник номер один на Адельфе. Еще не встречался, но сейчас встретится. А что это было с нами? Белое что-то... Я думал, то ли мы задыхаемся, то ли что. Яд какой-то или что, непонятно. Но, судя по всему, так и должно было быть. Мазум. Мазум? А вон ты где? Привет! Я тебя знаю. Что, правда? Потому что я тебя не знаю, хотя, может, просто не помню? Йода что-то сделали с моей головой. Меня зовут Мазум. И я был шамазом, когда мы в прошлый раз виделись.
Но я снял облачение и теперь постигаю искусство терпения. В этом искусстве я точно не преуспел. Аналогично. Как ты тут убиваешь время в одиночестве? Решаю головоломки. Мы вместе этим занимались, но ты забыл, скорее всего. Ага, не помню такого. Если найдешь кусочки головоломки типа этого, приноси мне. Я буду их складывать для тебя. Это электронные компоненты. Может, я извлеку из них какую-нибудь пользу? Весьма полезные штуки, действительно, чтобы убивать время. Точно, вот зачем он нам был нужен. Я ж помню, что-то такое было. Мы находили части модуля или что там, и нам писали, что вот нужен этот мазум для того, чтобы их собрать. Ты сам хоть понимаешь, что ты делаешь с этими электронными компонентами? Терпеливо складываю их, чтобы получить результат. Какой? Головоломку. Ее части разбросаны повсюду. Мне нужно, чтобы ты все их собрал и принес сюда. Тогда я убью еще больше времени. Забавный товарищ. Захватчики были здесь? Заходил один, да. Выглядел почти как ты, только лучше. Ясно. И чего хотел этот захватчик? Захватчики ищут тебя. Я видел... Кажется, в Агакамоне это называется фото. Вылитый ты, клянусь. И что ты сказал? Я же старик. Пережевываю старые байки, чтобы время убить. Ты же знаешь. Хочешь послушать легенду про скрижаль Санкры? Увлекательная головоломка. Как ни странно, я ее помню, да. Хотя, почему именно эту, а не все остальные? Ладно. Так ты рассказал обо мне захватчику или нет? Не волнуйся. Самого важного я не сказал. Ты о чем? О втором кусочке фотоголоволомки. Я знаю, где он. Фотоголоволомка? Ты меня запутал. Ничего подобного. Ты сидишь передо мной в полной незапутанности. Ты... Это одна часть фотографии, которую я видел. Но я видел и вторую. Она находится в музее у Лукаев в Прокриане. Две части фотоголоволомки составляют единое целое. Спасибо, Мазум. Я над этим помедитирую. Точно, фотография ведь была разорвана. Вторая часть в музее, можно будет как-нибудь туда заглянуть, если задание будет. Ладно, еще увидимся. Без проблем. А по поводу вот... Тут тихо ты, кто у меня стреляет? Это что такое? Ценная вещь. Вот, часть модуля. По поводу этого части модуля. Что, как это Привет, сделать? Привет, Мазум. С возвращением. Забавно, в него почему-то не стреляют, в меня стреляют. Я нашел эти куски для твоей головоломки. О, вот этот подойдет сюда. А нет, он отлично встанет вот тут. И готово. Головоломка собрана. Забирай. Спасибо. Черт, да это же компонент оружия. Теперь я смогу улучшить свою снарягу. Да ты просто гений, чувак. Тогда садись. Соберем одну головоломку вместе. Я давно хотел за нее взяться. Она состоит из 27193 элементов. Ха-ха. И почти все они где-то рассыпаны. Пожалуй, не надо. Извини, я пас. Давай ты будешь убивать время тут, а я на поле боя. Да, это, ладно, пожалуй, без увидимся. Меня. А еще без можно проблем. Один раз? Привет, Мазум. Как жизнь отшельника? Одиноко и прекрасно, пока никто не нарушает моего сосредоточения. А все больше мы не можем. Видимо, мы все потратили, ладно, которые у нас были, увидимся. Да? Без проблем.
Разгон ядра, повышенный расход хилидия в обмен на усиленный урон. Расход хилидия плюс 8, да вы что? Урон 75%, в смысле плюс 75%. Нагрев плюс 2, отдача плюс 40. Давайте проверим, подождите, у нас сейчас урон 5. Урон будет 8,8, зато расход хилидия 9. Да вы шутите, в 9 раз больше будет тратиться боеприпасов. В 9 раз, это что, шутка? Нет, конечно. Ни в коем случае. Вот пускай урон в 9 раз увеличится, и будет не 5, а 45. Вот тогда да. Так урон чуть-чуть только увеличится. А расход хилидия в 9 раз. Нет, спасибо, не надо. У нас сейчас стоит, что у нас целебный залп. Снаряды при нанесении врагу смертельного ранения дают вам здоровье. Это нужно будет испытывать. А, ладно. По поводу задания. Мы что-то получили-то? Нет, видимо, просто можно будет заглянуть в музей и там посмотреть на другой кусочек фотографии. Если не забудем. Так получается тогда что? Здесь у нас заданий больше нет. Доступна одна приоритетная миссия. Выберите приоритетную миссию, чтобы начать ее отслеживать. Приоритетная это... Обезвредите базу. Да, подождите, обезвредите базу. Хочу пока что... Так, разбираюсь. Здесь один, значит, одна миссия, да? Так, здесь пока что нет, потом будет доступно здесь. Общаться с жителями, потом что-то откроется. Понятно, пока что недоступно. Здесь триаж. А ну, бомбарбой меня не интересует. А, это все как раз три, наверное, есть бомбарбой, да, или... Рандар, успокоились. Нет, стоп, плод Ф. А, черт его знает. На Кизаре. Конец изгнанию. Мы можем еще просто пойти в следующую деревню и начать выполнять задание там, потому что мы с вами еще целую кучу деревень просто не открыли. Либо еще нужно отправиться, допустим, везде, просто поговорить со всеми для того, чтобы появились где-то еще новые задания. Можно отправиться в деревню Саппа из Бидаи. Вот так вот. Или уже отправиться сюда, уничтожить генератор. Но сюда, подождите, откуда вы нам? Это сюда вообще далеко. Нам, наверное, лучше тогда в Палану, а потом уже после Паланы от нее вот сюда добираться. Потому что вот так топать... Или давайте... Почему бы и нет, давайте постреляем, пойдем. Хотя стрельба здесь неприятная абсолютно, нет ощущения стрельбы, но что поделать. В этой игре как-то вот стрелять совсем неприятно, а в любом шутере в миллион раз приятнее стрелять, чем здесь. Так, нам нужно в ту сторону. Забраться бы повыше и полететь. Сэкономим кучу времени. Меня в этой игре привлекает сюжет, привлекает исследование, привлекает антураж. Мне интересно вот, вот просто вот так вот летать, интересно осматривать где что, изучать этот мир. Это новый интересный мир. Не то чтобы он прям вообще невероятно прям отличительный какой-то был, но все равно интересный. Дальше не получилось полетать.
Так, а нам не сюда? Нет, это просто по пути, нам еще далеко. Так, давайте повыше заберемся, опять полетаем. Вот отсюда у вас высоты как раз. Вот, видимо, та вот станция там нам и нужна. А твою дивизию? Давай повыше. Ну вот и полетели теперь. Слейд, ты кого-то видел на месте встречи? Ничего, я просто не успел в срок. Что у тебя произошло? Генерал усилил меры безопасности. Он подозревает, что у нас утечка, и мне надо быть осторожнее. Погоди, еще немного и... Да, готово. Что есть-то? Мне удалось отключить еще одну квантовую ограду. Это было непросто. Отмечу точку на карте. Продолжим разговор позже. Мне нужно уходить и быстро. Отключаюсь. Да кто ты такой? Мне вот это не нравится. Неизвестно, кто с нами связывается, неизвестно, какие задания почему-то дает. И неизвестно, почему мы вообще его слушаемся-то. Стоп, а здесь дорога. А, ну так мы ее сейчас не активируем, да-да. В общем, нам вон туда по-любому нужно. А может быть, тогда мы Далку и активируем. Там сердце Далки, может быть, мы и получим. Так, высоковато. Я отсюда наверх не запрыгну здесь. Это не пушка там. Это пушка была прекрасна. Ну, сейчас начнется. Почему там дрон пропал? Так твою дивизию. Раз им всем так не имется. Хорошо. Начнем потихоньку, издалека вот так. Где-то еще был дрон, только что здесь застрявший, но нет уже. Ладно, будем выдвигаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Долечу, долетел. Что это было? Куда он улетел?
Так, по чуть-чуть. На мини-карте меток красных довольно много, поэтому спешить что-то мне не очень хочется. Чего ты? Что это такое? Защитник элита. Понятно, первым делом защитников этих нужно, потому что они защищают стражей. Ты что там делаешь? Ты что, дурак? Эй, а где твой защитник-то? Так, а нет, тут надо обходить как-то его. Я туда подняться не успею. Да и уничтожить. Стоп, 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 пойди сюда. Да, твою ж дивизию. Да он почти бессмертный какой-то. Я вообще ему урон не наношу. Ты чё? Талант не пропьёт. Ёлки-палки. Ближний бой у нас вообще... Вообще ничто против него. Опасное место. Кстати, да, здоровье чуть-чуть мы получаем, действительно. Когда убиваем противника. Чуть-чуть буквально, но все равно что-то. Яблочко! По чуть-чуть так можно и подлечиться. Да, я пушку видел. Есть. А вот мы, собственно, и вылечились теперь. Прекрасно. В яблочко надо в тыковку. Куда они делись? Да попади ты в него! Наверное.
Хорошо. Там что-то зелененькое, там мы что-то возьмем. Вот эти бесконечные, их что-то выплевывает, насколько я помню. Ух, ничего себе! Есть. Кстати, терминал. Один из трех. Так-то лучше. Она на батарее, на макробатарее. Хорошо, может быть, получится у нас даже что-нибудь прокачать. Было бы очень-очень хорошо. Ай-я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 й. Черт. Опасно, вот это вот очень опасно. Хорошо, что мы щит прокачали в первую очередь, потому что вот сейчас он прям спасает. Так откуда? Что тебя выплевывает? Да он просто по... А, вот эта штуковина. Есть, хорошо. Вроде бы спокойно. Дверь закрыта. Твою дивизию. Так, не забыть потом сюда прийти, и здесь мы что-то подберем. Так, отсюда выбежал, да? А, да, все в порядке. Ой.
живучий. Нам бы прокачать вот эту атаку быструю. Ну, в смысле, ближний бой. А то вообще ни о чем. Первым делом. Нету много, так я не настреляю. По-моему, да, с этим я разобрался. Это готово. Это я уже могу, в принципе, сделать, но подождите, хочу разобраться с этим. Та штуковина прям рядом с ним там. А, черт. Чё тут? Смотри, что делает? Выбрасывает прям, ух ты ж! Оп! Это он такие звуки издает, я уже по звуку подумал, что кто-то топает сюда здоровенный. Все, хорошо. Отличная вещь. Да, это мы сделали, но мне нужно еще найти один терминал для того, чтобы открыть ту комнатку. Вон там сверху. Нет, стоп, там я терминал. Тут я уже терминал включил. Что-то я запутался.
Так, базу мы обезвредили, но это еще не все. Стоп, еще где-то терминал. Где-то, получается, он есть, только где? Вон там, что ли, сверху? Подождите, желтым показывается, значит... Те, которые мы активировали, смотрите, белые. Там сверху еще один, что ли? А ну-ка, давайте пойдем поищем там тогда. Там ящик есть, да, в принципе. Ничего в нем не будет хорошего. Кстати, вот еще есть ящик. Кто? Где? Ты где? Где? Кто? На тебе! Ишь ты. Откройте офицерский отсек. Да, сейчас. Это я... Где я за... Ага, я понял, где. Мне надо ниже. Вот сюда нам надо. А, вот она. Что там у нас? А вот посмотрим, что там у нас. Ярость, убивая врагов, вы на короткий срок повышаете урон оружия и скорострельность. Ну-ка, давайте посмотрим. Это еще один модуль для оружия. И он нам вообще никаких негативных статусов не дает. Характеристика ничего нам не уменьшает абсолютно. Просто добавляет новую возможность. Тогда ставим без вопросов. Вот так вот пускай будет. Вот неплохо. Кстати, а как бы нам еще открыть еще две ячейки для двух модулей? А что, здесь мы с вами закончили? Давайте мы прокачаемся теперь. Что мы там можем прокачать? А вот здесь вот, допустим, гравитаторсы. Можем ли мы прокачать? Нажмите левый стик, находясь в воздухе, или удерживайте А в прыжке, чтобы замедлить падение при помощи гравитатора. Гравитатор автоматически задействуется, когда вы прицеливаетесь или включаете щит, находясь в воздухе. То есть, если я прыгнул и нажал прицел, то автоматически время замедлится, я смогу. Вот, допустим, несколько минут назад, довольно-таки неплохо, мне бы эта способность пригодилась. Хорошо. Нехорошо. Нет, нехорошо, не можем мы еще прокачаться, ладно. Здесь мы сможем что-то... Позволяет улучшать оружейные модули на экране оружия. Это может быть еще одну ячейку как раз добавить? Или подождите, оружейные модули, улучшать их. Допустим, да, смотрите, целебный залп написано уровень 1, сейчас, а максимум может быть 3. Слушайте, это нам тоже надо. Вот есть, кстати, по поводу урона в ближнем бою. Ёлки-палки, это мне надо. Это мне тоже надо. И вот это мне надо, броню улучшить. Я бы хотел улучшить модули. Давайте мы сейчас вот это возьмем. Глаза, конечно, разбегаются еще. Мы можем еще что-то прокачать. Давайте посмотрим, кстати, вот по поводу улучшения модулей. Мне нравится вот эта лечилка. Круче меня только яйца. Да-да, кто б сомневался.
Прокачать еще или не прокачать еще? Или сейчас, допустим, ну ладно, ближний бой потерпит. Я бы хотел бы броню, конечно, улучшить. Давайте броню улучшим. Будем получать меньше урона. Так. Ну, по идее, мы еще можем улучшить что-то, да? Давайте еще броню. Так, ну и все. Больше нам нано-батарей не хватает, к сожалению. Что у нас здесь? Заряженная атака. Это типа мощная атака ближнего боя. Медленная, но повышенный урон и оглушает противника. Нет, медленная не подойдет, потому что в меня в этот момент будут стрелять. Во-первых, во-вторых, противник не будет стоять на месте и ждать, пока я нанесу ему урон. Но она нужна, чтобы открыть вот это. Допустим, суперзаряженная атака. Да, нет, это уже прямо какой-то Розен Сюрикен из аниме Наруто. Не пойдет. Вбей поглубже, нажав X в воздухе, вы проведете мощную атаку, направленную вниз. Да не надо, ну такое, это вообще неудобно просто делать. Противник не будет стоять и ждать, пока я вот это сделаю. Разве что против мелочевки какой-то, вот этой тараканы, вбивать их в землю, да не надо нам это. Фокус, уклонитесь от атаки или снаряда в последний момент, чтобы ненадолго замедлить время, даже не знаю. Подкат, если ударить по врагу во время броска вперед с уклонением, он взлетит в воздух. Что? Какой бросок вперед с уклонением? Я уже запутался от одного описания, не пойдет. Мгновенный щит, если нажать ЛБ, нажатием ЛБ поднять щит прямо перед ударом врага, вы мгновенно подзарядите его в заряженном виде, щит неуничтожим. Проводя атаку ближнего боя при заряженном щите, вы выпустите снаряд. Ну, я понял, зарядить щит. Прямо перед выстрелом. Угу. Ну, в принципе, неплохо, но нужно потренироваться, как это использовать. Бросок со щитом. Нажмите Б, когда щит поднят, чтобы подтолкнуть каттера вперед. Удар по врагу швырнет его вперед. То есть просто толкнуть щитом. Бумс. На таран, в общем, пойти. Ну, в принципе, это можно было бы тоже прокачать. Ну, первоначально вот это вот, улучшение модулей, потом урон в ближнем бою, а потом уже выбирать дальше. Ладно, пока что, в принципе, пока что мы здесь то, что нужно сделали. Что мы теперь можем сделать? А это что такое появилось? Опять какая-то приоритетная миссия. Генератор на базе на BDA-0. Оно мне надо. Здесь было, по-моему, 3, а тут 4 появилось задание. Что новое? Скажите, Мирка, что вам удалось уничтожить один из буров. Кстати. Давайте с ним поговорим сейчас. Почему бы и нет? Стоп, а я там не получил? Тропокация. Вот где взять вот то, что нам нужно, чтобы ее активировать? Мы отыскали все контейнеры с модулями на этой базе. Кстати говоря, нам подсказку дают, чтобы я не переживал, все ли я нашел. Это удобно. А вот где искать? Вот к этой доке штуковина, которая нам нужна, чтобы ее активировать. А черт его знает. Между прочим, надеюсь, его я нигде там не пропустил на базе. У нас скопилось немало зоркинов, так я не знаю, что на них покупать. Нам ничего не нужно, что мы можем на них купить. Оружие здесь купить нельзя, даже модули здесь купить нельзя. А шмотки купить нельзя. Мама,
Привет. Мирка, сделай это. Мирка, сделай то. Мирка, поди сюда. Мирка... О, привет! Как дела? Я крушу буровые станции одну за другой. Круто. Слушай, если зачистишь все три станции, я пошлю своего приятеля за белым Хилидием. Сейчас он боится туда идти. Повсюду эти клятые Берандары. Должен быть способ от них ускользнуть. Кто-то ведь уходил из деревни, а потом возвращался целым и невредимым. Это правда. Даже Торги не сидится на месте. Когда Азак сломал ногу, он вылечил его прямо там. Это удивительно, учитывая его грандофобию. Грандофобия. Смешное слово. Ничего смешного. Торга был в ужасе. Тебе бы стоило пообщаться с ним и спросить, как он преодолел свой страх. Я бы сам сходил, но отец велел срочно отдрать нужник. Сказал, придет важный клиент. Не знаю, правда это или нет, но мне выбирать не приходится. Где сказали чистить, там и чищу. Ага, сочувствую. Что за вернуть свиток-то? Ты знаешь старика по имени Курек? Я его помню. Он работал в Данойской библиотеке в Прокриане. Он все еще там. Строит планы, как возродить Данойскую библиотеку. Вот только свитков ему не достает. Ого! Серьезно? У меня остался один из его свитков. Потехи с Фе. Фейерверк своими руками. За просрочку, наверное, такой штраф накапал. Можешь ему отдать? Только не говори, что от меня. Договорились. Чем ты занимаешься? Ну, видишь ли, по идее, мне бы сейчас надо быть в Прокрианском университете, изучать свитки, наслаждаться камунской жизнью и все такое. Но пришельцы разбомбили наш кампус, так что теперь я здесь, подметаю полы за папой. Это называется облом. Сочувствую. До встречи, Мирко. Ты знаешь, где меня найти. Это точно, там, где лампы. Так, дайте мне тогда забрать белый Хилидий. Как его взять-то? Как взять, чтобы не говорить с Мирко? Тут... Привет. Да Мир... не ты, мне нужен... Не по... Я не... Да, как мне... Что мне нажать, чтобы взять осколок белого Хилидия? Его можно забрать уже. Мирка, ты не мог бы уйти отсюда? А? Слушай, а как же мне взять Хилидий? Вот один из одного, уже здесь готовый осколок есть, я взять его не могу никак. Как это делать? Слушайте, может это баг какой-то? Мне он пока что не надо, но по-любому понадобится потом, как я понимаю. Его знает, слушайте, ладно, надеюсь, он когда-то куда-то уйдет, я тогда смогу взять. Иначе я прям не знаю. Так, с кем еще тут можно поговорить? Давайте поговорим, может быть. Нам дадут какую-то информацию, которая нам нужна, чтобы получить новое задание. Мы вроде какое-то задание сейчас получили. Привет, партнер. Эти двое таланов мужчин, живущих вместе, партнеры, а мы только познакомились. Не в том смысле. Ну, я тоже предпочел бы сохранить с тобой чисто деловые отношения. Тогда и не надо со мной заигрывать. Ладно. Гарандары терпеть не могут вкус лампы. Что ты об этом думаешь? Это хорошо. Но они открыли для себя мясо бомбаров, и оно нравится им все больше и больше. Стадо Азака редеет. Пусть вернет стадо в Бедаю. Грандары не вылезают на поверхность в деревне. Я сейчас занят, а ты никак не сможешь помочь Азаку? Что за вопросы? Конечно, смогу. Ты будешь мною гордиться, вождь. 7 потов с меня сошло, чуть жизни там у вас не лишился. Но я все-таки помог Марзу наварить свежего лампы. Помогать Марзу должен Мирко. Если хочешь потрудиться, я могу разделить с тобой обязанности вождя. Хочешь править по утрам? А я буду все так же после полудня. Нет, спасибо. Слушайте, мне этот вождь нравится, он забавный.
Ладно, вождь, до встречи. Всего хорошего. Так, с кем тут еще можно поговорить? Ой. Давайте покатаемся на карусельке, а? Вон там еще с кем-то тоже можно поговорить. Ай-яй-яй-яй. Марзо, я тебе мараги принес. Хорошо, очень хорошо. Мне кажется, твоему сыну не хватает отцовского внимания. Все с ним хорошо. Иные таланы обратились бы ради шанса побывать на такой ламповарне. Чего ему еще желать? Не хочу лезть не в свое дело, но ты бы говорил с ним почаще, а еще лучше слушал. Понимаешь? Конечно. А теперь извини, мне пора. Лампа само себя не сварит. В Беда и Мирка точно так же поджидают опасности, как в любом другом месте на этой планете. Отпусти его и позволь выбрать собственный путь. Чтобы он стал воссоздателем в Прокриане? Ты в своем уме? Пришельцы охотятся на воссоздателей, забавы ради. Я не дам своему сыну обратиться ради глупой мечты. Он мог бы очень помочь нашему общему делу. Какому делу? У меня одно дело — лампы. И Мирка мне очень помогает с лампы. Ну, не хочет его отпускать, понятное дело. Он боится за своего сына. Это, конечно же, можно понять. Он все-таки отец. Это Альфа Гарандара, как вы ее называете, сожрала целое стадо бонбаров. А Зак, наверное, в бешенстве. Мы оба понесли большие потери. Говорят, и его от Вонха куда-то пропал. Бедный бомбарбой. Что такое бомбар? Это наш основной источник мяса. А еще, по милости гарандаров, это теперь, можно сказать, исчезающий вид. Спроси у Азака. Он последний бомбарбой в Бедае. Все остальные маринуются в желудках гарандаров. Увидь! Так, а хорошо, с ним мы поговорили. Давайте теперь смотаемся где-то еще. А вон там, вот мы видели, с кем-то можно тоже поговорить. Оп. Торга, можно тебя на два слова? На два слова? А ты уложишься в два слова? Это просто выражение... Ладно, проехали. Кстати, ты у нас местный Шазан, да? По-моему, мне нужен Шамас. Что-то мне не здоровится. Да заживят йоды твои раны. Спасибо. А теперь по порядку обо всем. Напомни, кто ты такой? Без проблем. Я Торга, Шамас Бедаи. Я собираюсь уничтожить базы пришельцев, одну за одной. Под базами ты, видно, подразумеваешь буровые станции. Но чтобы добраться до них, тебе нужно миновать гарандаров, так что... Желаю удачи. Как бы ты описал бомбара? Занятный вопрос. Напоминает мне одну сказку про маленького Шамаза, который прилетел на Луну и... Ну, всех подробностей я не помню, но, в общем, его попросили нарисовать бомбара и... Я забыл, что он нарисовал ящик, да. Но у меня остался свиток. Я позаимствовал его в библиотеке Прокриана перед вторжением. Называется «Маленький Шамас». А, да, «Маленький Шамас». Написал его случайно не Антуан де Сен-Экзюпери. Ладно, расскажи нам о лекарстве от гарандофобии. Мирко сказал, ты больше не страдаешь от гарандофобии? Нет, с этим покончено. Правда? И что же тебе помогло? Ну, наполовину дело в храбрости. Я стал куда храбрее. А на вторую половину? Лампы. Я так и знал. Уверенность мне подарила бочка лампы.
Вернее, озеро Лампы. Сколько же нужно выпить, чтобы набраться смелости для путешествия? О, да. Я пил снова и снова и снова. Стал очень уверен в себе. Но утратил способность ходить прямо. Я споткнулся и упал прямо в лужу, оставшуюся после того случая с Альфой Гарандарой. Вылез насквозь промокшим, и тут это и произошло. Что произошло? Мне померещилось, будто я парю в воздухе. Я сказал себе: «Торга, ты не паришь, ты напился. Твои ноги на земле. Взгляни сам». Я взглянул и увидел, что я не на земле. Я угодил в антигравитационное поле Гарандара, который возвышался надо мной. Да ладно? И как же ты уцелел? Полагаю, меня спасло Лампы. Гарандары любят запах бунбаров, но не переносят запах Лампы. И эта неприязнь распространяется на всех, кто касался Лампы. А что если обмазаться этим Лампой? Это не просто теория. Я купаюсь в этом пруду каждую луну, и это правда работает. Гарандары ко мне и близко не подходят. Предложи Озаку опробовать это на бунбаре, и ты убедишься, что я прав. А эта идея неплохая. Действительно, поливаться Лампой, бунбаров поливать Лампой, и Гарандары их трогать попросту больше не будут. Все, они мне не захотят. Их не будет привлекать этот запах больше. Так, здесь поговорить с кем-то еще можно? Там меняло есть. Давайте посмотрим, что тут меняло есть. Потому что я даже не знаю, куда мне вообще тратить деньги-то в этой игре. Тут покупать попросту нечего. Эй, ты можешь мне помочь? Попробую. Сок зидогов. А, это подождите, мы здесь меняем, мы не покупаем. Давайте ему продадим. Что тут, драгоценная руда? Железо Крак, это нам нужно? Да зачем оно нам надо-то? Стоп, а где-то здесь показывается иконка магазина. А ну давайте взглянем. Лучше цен не найдешь. Докажи. Что это, рецепт будто энергии позволяет гандалипотом создавать будто... Чё? Оно нам надо? Оно нам не надо. Слушайте, а где мы могли немножко что-то там прокачивать? Количество хелидия, допустим, которое мы носим при себе. Это кто делает? Вот, может быть... А, вот это вот, товарищ, я уже совсем не помню просто, кто что здесь делает. Надо еще что-то куда-то перетащить? Готов помочь. Нет, тащить не надо, лучше мне инвентарь. Запас. Чё? Бут? У нас некуда девать деньги. Давайте мы хоть что-нибудь, что ли, прокачаем. Вот, допустим, вот это. И давайте еще. Допустим, это просто потому, что девать больше некуда. Я бы хелидия бы прокачал бы с удовольствием запас. Прям с огромным удовольствием, но это нельзя. В принципе, нам его хватает. Проблем вроде не возникает. Так, стоп, а куда нам надо? Здесь рядом, в принципе, да? Ну, давайте тогда, раз рядом.
Загоните Банбара в загон. Может попробовать, как это делать-то? Вызывает. Ура, приказ, один как есть. Слышно. Я слышу тебя. Все в порядке? Ты когда-нибудь пасла Банбаров? Женщины не пасут Банбаров. Это не нашего уровня дела. Мы планетой управляем. Так я почему-то и думал. Видели бы сейчас меня бывшие сослуживцы, вот посмеялись бы. Пока Банбары в безопасности в своих загонах, Грандары не нападут. Это важная работа у Лукай. Что ж, внесу это в свое резюме. Потом поговорим, Лихас. А ну, в закон. В закон давай. Давай-ка сюда. Да куда вы? Да ёлки-палки. Так, давайте хотя бы вот этого загоним вначале. Вот же ж глупое создание, а? Бонбар, загон. Топ-топ. Топ-топ, давай, топ-топ, Бонбар. Куда собрался, я не понял. А ты куда? Закон? Ну, уже почти. Давайте, раз уж мы просто пришли сюда, так уж и быть, выполним это задание, чтобы уж все здесь было выполнено. Загон. И мы могли добавить себе в резюме запись о том, что мы еще и Бонбаров пасти умеем. Давай, иди туда! Куда давай ты? Да ну ты! Зараза ты! Пробегает мимо и все. Есть, засчитали нам его. Хорошо хоть, что они из загона не выбегают. Если бы они еще и выбегали из загона, пока я загоняю следующих, это было бы хана просто. Ну а так, в принципе, еще терпимо. По одному, можно по чуть-чуть. Бонбары вернулись в загон. Есть. Это настоящий мужик, Каттерслейд. Настоящий бонбарбой. Привет. Здрасте. Вы ведь много путешествуете, да? Выручите несчастного бонбарбоя. Вы не видели Кыша? Я не могу работать без него. Давай по порядку. Тебе нравится жизнь в Бедае? Тут получше, чем в иных местах, но за последнее время по вине Грандаров я потерял много друзей, в том числе Кыша. Эх, Кыш, не будь я оптимистом, уже зачах бы от одиночества. Правда. Быть одиноким ковбоем, то есть бонбарбоем, не так уж и плохо. Ходишь себе такой молчаливый и с пушкой. С пушкой? Как интересно. Пушки у меня нет. Ты боишься пришельцев? Нельзя бояться того, чего никогда не видел. Как-то я уснул после лампы, и этой же ночью они пришли и сломали Даоку. А когда я проснулся, их уже не было.
Что ты делаешь с бомбарами? Вожу их по пастбищам, кормлю их, чтобы они наращивали жирок. С крупного бомбара можно получить целую прорву мяса и шерсти. Рога годятся на всякое, ну, не знаю, на кубки из рогов, например. С бомбаров ничего не пропадает. Я бы и мозги их ел, если бы у них были мозги. Отец мне то же самое говорил. Похоже, у тебя и так неплохо получается. Ничего у меня не получается без хыша. Мои бомбары разбрелись кто куда. И я боюсь, грандары их всех сожрут. Да только что я их всех загнал в загон, не переживай. Конечно, здоровенная такая туша мяса, действительно. Ты видел вблизи буровые станции? Я в тех краях не бываю. Слишком далеко. Мое место здесь, с бомбарами. А Мирко, с лампы Варни, говорит, Твонха не любит долгих переходов, потому что... Ну, есть какая-то причина, только я забыл. Расскажи мне про Кыша. Кыш — Твонха, на котором я езжу. Вернее, ездил. Ох, и дикий у него был нрав. У меня ушло много лун, чтобы его укротить. Он был моим лучшим другом. Не очень хорошо умел слушать, но я и сам не без греха. Ах, соболезную твоей утрате. Да он еще не ушел к йодам. Просто сбежал. И это называется лучший друг? Да это все проклятый Грандар. Кыш перепугался и дал дёру. Честное слово, вот Кыш умел найти подход к бомбарам. Думаю, про Кыша я наслушался достаточно. Я правду говорю. Когда я сижу верхом на Кыше, бомбары меня слушаются. Ими легко управлять. А без Кыша бедный Озак для них что кучка зорта. Если найдете Кыша, мистер, можете привести его ко мне. Я вас отблагодарю. Подзовите его по имени. Вот так. Кыш, иди сюда! С чего вдруг Кыш станет меня слушать? Возьмите гуй. Это ткань, чего пропитанная взять? Запахом его матери. Для Кыша этот гуй еще милее Хоти. Поднесите ткань ему крылу, и он присмиреет. Гуй взять, ладно. Что ты знаешь о Грандарах? Я знаю, что в гробу их видал, зортовых детей. Они мои заклятые враги. Огромные черви, которые живут под землей и лопают бомбар боев, словно конфеты. Они даже Кыша пытались съесть, но выплюнули обратно. Твонха никому не по вкусу. Бомбары в загоне. У вас к этому талант. Вы умеете ездить на Твонха? Умею я или нет, неважно. Главное, не хочу. Ну ладно. А то я подумал, из вас вышел бы знатный бомбар-бой. Да я лучше пушку свою сожру, но спасибо на добром слове. Вам виднее, конечно. Только она вряд ли переварится, и на выходе будет тяжко. А так-то бомбар-бой оружие не носит. Так что даже если его съесть, все равно вы и подходите. Да, в игре довольно много юмора. Хочешь, чтобы Грандары не трогали твоих бомбаров? Торга безумную теорию изобрел, может и сработает. С теориями у меня не ладится. Я талант практичный. Тогда назовем это экспериментом. Итак, у Грандаров аллергия на лампы, верно? Поэтому Торга купается в лампы, чтобы вылечиться от грандофобии. Будьте здоровы! Чтобы вылечиться от грандофобии. Еще раз будьте здоровы. Грандофобия? Как говорится, йоды троицу любят. Короче, Альфа Грандара выблевала целое озеро этой жижи. Если ты искупаешь свое стадо в лампы, их не тронет ни один червяк-убийца отсюда и до самого Кизаара. Знаете, это такой бред, что может и сработать. Прямо с языка снял. Попробуем прямо сейчас. Так, нам сразу же отдают и мини-игру «Эксперимент с лампой». Загоните бомбаров в лужи лампы, чтобы пропитать их шерсть этим напитком. Опять их нужно загонять, да? Но мы уже знаем, как это делается. Мы настоящий бомбар-бой.
Так, вот этих троих, да? Один уже сам искупался. Так. Давай тоже, давай. Заодно и я тоже искупнусь. Ракеты. Что-то происходит. А, это, наверное, мы получаем баф от модуля оружейного, который мы поставили новый. Ух ты. Да, вот, и я стреляю, получаю баф. Вытолкайте из лужи. Все, да? А нам дали синий хилиди, возможно, мы сможем теперь, ну, попытка не пытка, попробуем прокачаться. Размечтался, конечно же. Так, стоп, а это все, а нам нужно было еще здесь что-то, нам нужно было... Ну, там можно дополнительные ингредиенты приносить, но это бессмысленно. А по поводу кыша, стоп, я думал, нам кыша нужно найти. Что за, смотрите, радиус зоны, длительность зоны? Гарандарская антигравитация. А, я понял, если мы будем вот эти вот, если мы будем улучшать, то мы в итоге вот эту Гарандаров усилим. Радиус зоны сделаем, антигравитации, длительность зоны тоже. Но мне это оружие бесполезно, я не хочу его использовать, оно неудобное. А, нет, смотрите, спасти Кыша мы еще можем, а где он? Хочу уже закончить с бомбарами, почему бы и нет. Кыш. Ух, ничего себе, где он забрался. В принципе, долетим. Данная серия немножко затянется, но я думаю, вы не против будете, ведь так? Когда серия длинная, ее можно поставить на паузу и досмотреть в следующий раз. Ну, просто хочется уже, чтобы по одному смыслу, как бы, задачи были выполнены. Вот задачу с бомбарами, бомбарбой, то есть вообще у Азарка, хочется уже завершить сегодня. Я думаю, найти Кыша — это уже последнее его задание. Мы сейчас это сделаем. Вон туда мы не пойдем. Это аванпост. Не хочу морочиться, связываться с аванпостами, тратить на них время. У нас тут с вами не Far Cry. Ой, там справа что-то вообще огромное, но там сейчас защитное поле, туда соваться смысла нет. Это постепенно, вот этот незнакомец нам будет, видимо, отключать защитные поля, чтобы мы могли нападать на эти станции буровые. Так, все, приземляемся. Поехали потихоньку. Спасти Кыша, где он, Кыш? Стоп, нет, а вон он там. Не понял. Миссия провалена. В смысле, я его еще даже не увидел, где он. Миссия провалена, как провалена? А как ее выполнить-то? Ничего не понял. Ну, спасти Кыша, я так понял, нужно бежать его искать, но я его ищу. А, вот он! Ну что? Так а мне что? А, мне нужно его вести за собой. Я, видимо, пролетел сверху, я его не видел.
и полетел дальше. Он побежал за мной, и кто-то его там убил. Ладно, Кыш, побежали, что ли? Ну, по закону подлости сейчас, конечно, начнут нападать. Вот ненавижу такие задания с напарниками и задания на твою дивизию с... на сопровождение. На тебе, ой. Ай. Кыш. Побежали, побежали, Кыш. Кыш. Бежим. Пока его нету. Кыш, это пакость. Сейчас нападет. Твою дивизию как ты узнал? Сейчас нападет. Это один и тот же. Кыш. Кыш, ты живой? Вставай. Некогда спать. Бежим. Ну, по-любому будет еще и третья стадия. Лишь бы только другие противники никакие не помешали сейчас. А вот, например, вот эти вот крабы. Кыш, с дороги, Кыш! Кыш. Не нравится мне это. За мной, Кыш. Ну и сколько тут? Еще. Кыш. А, так подождите, они будут бесконечно вылазить. Я же забыл, что нужно вот так делать. Еще не все, да елки-палки, тут два часа это. Это гнездо убирать. Кракета опасно для бомбаров. Надо его уничтожить. Там еще одно гнездо. Кыш, побежали. В общем, отсюда это бесконечно будет. Тут меня эти твари не достанут. Да лишь бы они только Кыша не достали. Я за него переживаю сейчас. Вот эти миссии на сопровождение, это просто адовый ад. Вот эти крабы, это самые слабенькие, наверное, тут противники, они нам вообще ничего не сделают, но Кыша запросто могут сожрать. Давай ты пойдешь сюда! Нет, не туда! Послушай своего друга Зака! Эй, куда подопал? Что? Ай! Что? Кто здесь? Кыш? Это ты? Кыш! Иди сюда! Я так рад тебя видеть! Ну что ж, помогли моему, и то хорошо.
вовсе не Хелидином дали, а ну-ка, ну может быть теперь, ну пожалуйста, ну дайте мне возможность прокачаться, недостаточно, да чтоб ты был здоров. Упарился я с твоими бомбарами. Но ты доволен, что Кыш вернулся? О, да! Я скучал по своему партнеру. Теперь я снова могу пасти стадо, как подобает бомбар-бою. Спасибо. Всегда рад помочь, Азак. Прощай, ковбой. Я такого слова не знаю, но храни вас, йоды! Ну, прекрасно, здесь мы завершили. А почему здесь иконка, смотрите, какая-то показывается синий кружочек? Не знаю, но ладно. Так, а здесь нам больше делать на данный момент вообще нечего. Это что? Еще одна база, которую тоже нужно обезвреживать. Здесь нам делать нечего. В принципе, получается, что, смотрите, нам нужно обезвреживать эту базу просто потому, что... Ну а что еще делать? Заданий больше нет, разве что идти вот, допустим, вот сюда, в САПу. Кстати, почему бы и нет? Посмотрим. Либо базу обезвредим в следующий раз, либо пойдем в САПу. Ну а сейчас нам нужно куда-то, допустим, хотя бы вот так в бедаю телепортироваться, чтобы игра сохранилась. Игра ведь сохранилась, я очень надеюсь, что игра сохранилась, ребята, и здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди, удачи, друзья, встретимся в следующей серии, пока-пока!